Пятый класс, шестая серия. Выполните действия, а числа записаны римскими цифрами. Давайте вспомним. В римских цифрах единица, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000. Вот я записала римские цифры. Это большие заглавные латинские буквы. Так, ну а теперь давайте посмотрим. Первое число 32. Записано 3 раза по 10 и еще 2 раза по 1. Первое число 32. Второе. К числу 50 прибавляется 10. Если меньшая цифра идет после большей, то нужно складывать 60. Следующее число. К 500 нужно прибавить 100, а затем еще к 50 3 раза по 10. Это число 680. И последнее число. Меньшая цифра стоит перед большей. Выполняется вычитание. 10 нужно вычесть из числа 50. Последнее число 40. После выполнения всех действий получится число 1937. Осталось записать ответ римскими цифрами. 1000 – это М. 900, значит, нужно вычесть 100 из 1000. Это 900, 30 и 7. Это ответ.